Одним из ключевых вопросов прошедшего в Звенигороде заседания стала эпидемиологическая ситуация. Первый зампред Московской областной думы Лариса Лазутина отметила, что в Одинцовском городском округе работают хорошо подготовленные специалисты и показатели заболеваемости постепенно стабилизируются. Парламентарий подчеркнула, что уже в декабре жители региона смогут делать прививки от коронавируса на базе поликлиник. В декабре месяце будет добровольная, хочу это отметить, добровольная будет прививка в наших поликлиниках, она будет оказана бесплатно, по-добровольному хотите, она двухэтапная. Участники партийного часа отметили активную работу звенигородских волонтеров, которые ежедневно помогают жителям из категории риска, приобретают для них продукты, медикаменты и оказывают помощь в быту. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».